очень трудно общаться с людьми. Что в тебе не так? Мне не нравятся мои зубы. Они у меня кривые. Все, уши торчат. Прям просто бесслезно посмотришь. Ты сама себя сделала рыжим клоуном. Как голову не разукрась? В ней все равно ничего не появится. Что на тебе сейчас надето? Как ты хочешь стать успешной вот в этом? Красиво, что? Мы из стеснительной пацанки. Должны сделать роковую женщину. Роковую женщину. Я пришла к вам на перезагрузку, потому что я хочу хорошо выглядеть, научиться общаться с людьми нормально и доверять людям. У меня всю жизнь, в принципе, не хватало какого-то общения. Не замечали меня, просто не замечали. Я назвать не могу свою дочь общительной. Она в школе уже была очень стеснительной. Даже отвечать на уроках стеснялась, выходить к доске стеснялась. У меня нет такой близкой подруги. Вроде как вот хочется доверять людям, а потом оказывается, что этот человек просто ходячая. Людей встречают по внешнему виду в первую очередь. То есть должна быть красивая улыбка белоснежная, да? Какой-то внешний вид. Ну, я как-то на пацана похожа, мне кажется. Чем вот одеть короткую юбку и каблуки, мне проще одеть джинсы, свитер и пошла. Я сколько борюсь с ней, начиная со школы, веду ее в магазин. Или тебе вот это купить, вот это. Она от всего отказывалась. Пойдет купить что-нибудь такое темное. У меня есть какие-то комплексы. У меня вот веки, они мне лежат прямо на ресницах, и получается, что ресниц нет вообще. Прям просто бесслезно посмотришь. Все, уши торчат, да. Мне не нравятся мои зубы, да, то, что они у меня кривые. Она говорит, я, мама, стесняюсь улыбаться. Стесняется говорить. Она также говорит, что у нее дефект речи. Она считает это каким-то большим недостатком. Всем интересно общаться с человеком, который умеет хорошо говорить и хорошо выглядеть. И поэтому я пришла к вам. Эля, привет. Привет. Давай я тебя со всеми познакомлю. Женя. Здравствуй. Виктор. И Юра. Привет, Эль. Ты зачем к нам пришла? Я хочу стать успешной. А в чем тебе не хватает этого успеха? Ну, уже не хватает в том, как выглядит. Можно я сразу скажу, да? Это можно. Ты пришла к нам на войну маскироваться. Ты мимикрируешь под обивку мебели. Я не понимаю, что на тебе сейчас надето? Как ты хочешь стать успешной вот в этом? Я, в принципе, одеваю то, что мне вот удобно, поэтому тут проблема. Но успешной быть хочу. Да. Да. Ну хорошо, а что случилось? Почему ты вот поняла, что нужно что-то менять? Я начинаю так вот анализировать то, что вот так вот здесь мне не получается, там и не получается. И вроде бы я не хуже остальных, то есть, да? Но я не могу найти того человека, который мне действительно нравится. У тебя есть личная жизнь? У меня брак длился полгода. Угу. Это самые долгие отношения. Ну, до этого мы еще встречались 4 года. Ну, а почему вы расстались? Ну, я когда пришла в его семью, получилось так, что всем руководила его мать. Мне не нравилось то, что мне как-то навязывают свое мнение, диктуют, как мне одевать, что мне одевать, что готовить, что не готовить. И поэтому он... Вы расстались. Так вот, да, из-за этого расстались. А после этого у тебя были примеры счастливых отношений? Ну, были отношения... Но они продлились тоже, опять-таки, полгода. Он изменял.
тебя одни отношения полгода мужчина изменяет, другие отношения полгода мужчина разрешает своей матери тебе диктовать, и тоже в итоге вы расстаетесь. Что в тебе не так? Я не могу. Вот люди бывают, что они стараются ужиться, там, допустим, да, закрывать на что-то глаза, идти на какие-то уступки. Адаптироваться. У тебя с этим плохо? У меня с этим очень плохо, да. То есть ты такая упертая, упрямая. Ты выбрала свой конек, одежда для стрельбы и бескомпромиссный характер, и хочешь, чтобы мы все это поменяли, правильно? Да. И смеется. Но, мне кажется, возможно, вот это жизнелюбие наша Элечка черпает в своем гардеробе, который мы до сих пор не видели. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Конечно. Смотрите далее. Не приближайся. Вернись. Ты сама себя сделала рыжим клоуном. Как голову не разукрась, в ней все равно ничего не появится. Привстань, пожалуйста. Вот она наступила, встреча с прекрасным. Давай ровно поставим это все. Ну, начинай, Катя. Ну, мне кажется, это, конечно, номер один. Что это? Познакомь нас. А, это вот такая вязаная кофточка. Значит, она так идет на запах. То есть она получается по фигуре мне. Ее можно надеть как с джинсами, можно надеть и также с юбочкой. Ты знаешь, вот я думаю, что со мной согласятся все сейчас присутствующие. Ее надевать нельзя ни с чем. Вот что конкретно тебе в ней понравилось? Цвет, фасон. То есть в ней прекрасно все. Самое, вот я не знаю, какое обескураживающее, обезоруживающее, что Эля на все отвечает серьезно. Она даже не понимает. Это на интересно. Самом деле мы знаем, что нравится здесь нечему. Ну, да, конечно. Во-первых, здесь декольте. Прости, пожалуйста, ты можешь ее примерить прямо поверх? Да, мере, да? Надевай. Может, да, хорошо. Давай. Ой, конечно. Восхитительно. И помпон продевает. Не приближайся. Вернись, вот мне глаза режут. Издали лучше видно. Глаза режут, красота. Красиво же. Скажи, пожалуйста, ты сейчас ведь серьезно говоришь? Да. То есть тебе серьезно? Да слез. Конец, не могу. Носовые платки в студию. Куда ты ходишь в этом? Это же ключевой вопрос, мне кажется. Кстати, да. Ну, я могу куда-нибудь там в ресторан могу в это пойти. И тебя пускают? Все меркнет. Если я сейчас скажу, что это плохо, что это ужасно, это все меркнет, потому что такие слова нужно говорить к тому, что действительно плохо, безвкусно. А это полная катастрофа, это полный провал. Я боюсь спрашивать про все остальное. Там остальное много удачных вещей. На этом помпоны не заканчиваются. Они кочуют из вещи. Конвой проходит. Как ты себя оценишь? По пятибалльной шкале? Давай по пятибалльной. На троечку с минусом. У Эли есть блат. Три с минусом. Это только по блату можно поставить. Учитывая эту кофту. Себе. Из такого глубокого минуса безвкусицы и тотальной веры, главное, в то, что это хорошо, доставать тебя будет очень-очень сложно. Большое спасибо за то, что ты смеешься. Потому что это звучало очень, наверное, жестко, но мы здесь обязаны быть очень правдивыми. Поэтому то, что нам придется работать с большим количеством катастроф, это нам уже понятно, но мы все твои друзья, и мы к этому готовы. Пойдемте. Иль, ты относишься к такому разряду людей, которых улыбка по-настоящему преображает и меняет. Поэтому мне очень странно, что, имея такую лучезарную красивую улыбку, ты остаешься замкнутой и одинокой. Я очень хочу, чтобы с сегодняшнего дня твоим девизом стали строчки из детской песни о том, что дружба начинается с улыбки. Правильно. Пойдем дружить со стоматологом. Элечка, проходи, я хочу тебя познакомить с потрясающим специалистом. Это Алексей, это твой стоматолог, здравствуй. А это Элечка. Здравствуй, Эля. Здравствуйте. Она нуждается в твоей помощи. Я тогда приглашу вас присесть. Пожалуйста. Эля, как дела у тебя?
Ну так. Дело в том, что у меня зубы кривые. Ага. Я очень комплексую. И то, что вот и желтые они у меня тоже. Мы сейчас сделаем серию фотографий, и после этого вместе с тобой... Ты нам их подпишешь. Попробуем разобраться, хорошо? Вначале мы проведем профессиональное отбеливание, и после того, как мы достигнем оптимального результата в плане цвета, мы изготовим тебе керамические облицовки в эстетически значимой зоне. Это значит с 5 по 5 зуб. Предполагается, что результат будет примерно вот такой. Ты должна была сказать: «Вау, у меня могут быть такие зубы!» «Вау, у меня будут такие зубы!» Ну что, я вас оставляю. Спасибо тебе Всем огромное. Удачи. А мы займемся своим делом. Давайте. Эль, привет. Привет. Ну что, смотри, ты улыбаешься, ты вполне себе жизнерадостная. А я у стоматолога была. Круто. Тебе обязательно нужно посетить косметолога, потому что он поможет тебе выглядеть значительно, значительно лучше. Мне уже не терпится. Тебе уже не терпится. Ну так пойдем. Пойдем. Элечка, знакомься, Макс Адам Шерер, врач-косметолог. Привет, Эля. Присаживайся, пожалуйста, на кушетку. Вот прям вот ужас у меня, да, что происходит? Это не ужас, но это следствие того, что ты регулярно за собой не ухаживал, это видно, и можешь даже это не оспаривать. Юр, ну, да. Понимаешь, здесь есть своя специфика. Наследственность, да? Угу. То есть вот по костной основе, вот здесь не выраженная надбровная дуга, соответственно, нет фиксации для бровей, да? То есть, по идее, мы должны вот здесь применить хирургическую методику для подтяжки бровей. То же самое со скулой, да? Если я сюда введу некоторое количество гиалуроновой кислоты для того, чтобы создать здесь объем, я тоже немножко перенесу акцент усталого века. Носогубная складка тоже требует небольшой коррекции. В итоге, Макс, скажи мне, пожалуйста, какие вещи ты можешь применить? Чтобы ты меня больше не троллил. Чтобы я тебя больше не троллил, да. Нитевой лифтинг. Опс. Так. Бровь. Бровь приподнимаем. Формируем скулку, убираем носогубную складку. Это инъекция, это нити. Да? И в итоге Элеонора похорошеет необыкновенно. Безусловно. Ну все, Элечка, ты остаешься в надежных руках Макса Адама Шерера. Тебя еще ждет психолог Виктор Пономаренко, с которым, я уверен, вы обсудите очень важные проблемы. Тебя ждет Катя Веселкова, которая... подберет тебе новый потрясающий гардероб, и больше тебя не будут троллить с этими отвратительными кофточками. Ну и, конечно, перед тем, как ты попадешь ко мне в мейкап-студию, тебя еще ждет Женя Седой, который преобразит твои волосы. Ну все, счастливо! Екатерина Сергеевна, здравствуйте. Это Эля. Да, очень приятно, Элечка. Мы занимались с ней косметологией, сделали процедуры гиалуроновой кислотой, поставили нити. Так. Но есть еще вопросы. Ну, проходите, садитесь, рассказывайте. Что вас беспокоит, Элечка? А дело в том, что у меня веки, они у меня прям вот лежат на ресницах. Ну, это всегда так было, да? Это всегда так было. Это да. У мамы или у папы? Это у кого папы. Такие? У папы. Ну, это наследственные веки, да, так называемые лимфоидные веки. Но это такое строение, когда и жировая клетчатка, да, она немножечко выбухает через расслабленную кожу и мышцу верхнего века. И получается, что века все время отечное, да, как будто бы какой-то там избыток жидкости. В принципе, вам показана операция, которая называется блефаропластика. Слышали что-то когда-нибудь? Да, слышала. Эта операция, она делается через разрез на верхнем веке, удаляет
удаляются вот эти грыжи, удаляется избыток кожи, мышцы, потом вся эта ранка зашивается, и, в принципе, получается более открытое веко, да, так называемое. Скажите, отечность, она долго продлится вообще? До 3 месяцев будет разрезик, он слегка розоватый, да, могут веки отекать на смену погоды. Но через 2 недели, в принципе, вы уже увидите результат. Я всегда через 2 недели уже краситься разрешаю, да? Ну, я уже давно мечтаю веки себе сделать красивые, чтобы краситься. Наконец-то осуществится, да, ваша мечта. Осуществится, да? Да. Ну все, давайте. Давайте. Вперед. Здравствуй, Элеонора. Здравствуйте. Виктор Пономаренко, психолог. Или ты когда-нибудь раньше была у психолога на приеме? Нет. А хотела бы попасть? Были такие периоды в твоей жизни, когда вот нужна была помощь? Да, и причем очень часто. Но у меня были проблемы в школе с одноклассниками, с учителями. Что было в школе? Учителям вообще не нравилось, то есть как я одеваюсь, как я выгляжу. Я постригла коротко волосы и покрасила в рыжий такой вот цвет. В огненно-рыжий цвет? В огненно-рыжий цвет, да, покрасилась. Преподаватель мне говорил, что как голову не разукрась, в ней все равно ничего не появится. Делали мне замечания, а весь класс, соответственно, все ржали просто. Ты становилась посмешищем всего класса. Ну да. Ты никогда не слышала выражение «рыжий клоун»? То есть ты сама себя сделала рыжим клоуном, а когда люди стали тыкать тебя пальцем и смеяться над тобой, ты обиделась. Я просто сама со всеми перестала общаться просто, и со мной, соответственно, тоже перестали общаться. Так что бойкот тебе объявили, получается? Не то, что бойкот, просто я была абсолютно неразговорчивым человеком. И я человек такой прямолинейный, и, как бы сказать, мнение как-то вот отличалось от других. То есть, если все шли на юг, я шла на север. Но что ты кому сказала прямолинейно, вот так вот, наперекор всем остальным, что одноклассники от тебя отвернулись? Я могла запросто сказать человеку, что у него жирные волосы. То есть, подойти и сказать? Если вот правда так, то я вот так вот говорила. То есть, ты нашла каждому однокласснику какие-то слова, после которых он переставал с тобой общаться? Ну... Да. С одноклассниками нет контакта, с мужем контакт не получился. Как ты себя чувствуешь в этой жизни? С кем вообще у тебя по жизни складываются отношения? Есть такие люди, с которыми у тебя, Эля, сложились отношения, и ты ими довольна? У меня есть люди, с которыми я могу просто куда-то пойти. Так вот, чтобы прям вот друзья-друзья, нет. И не было никогда? Не было. Вот смотри, ты имеешь какую-то свою точку зрения. Да. Ты хочешь ее донести до окружающих. И постоянно, практически во все периоды своей жизни, ты наталкиваешься на непонимание этих самых окружающих. Они не знают, зачем ты это говоришь. Они возмущаются тобой. Как-то мало задумываешься о том, что обидно, не обидно человеку. Что-то бросишь вот так вот, и все. Ты должна каждому своему поступку придавать значение. Согласна? Да. Ну что ж, тогда увидимся на эксперименте. Здравствуйте. Здравствуй, Эля. О, угу. Вот так вот. Даже вот эта твоя поза свидетельствует о той проблеме, которую мы с тобой обсуждали, если ты помнишь, на нашей встрече. Категоричность. Что думаю, а думаю. Вот так вот в лоб, то и говорю. От этого неприятность. Так вот, категоричность – это следствие недостаточной логики мышления. Вот как. Да. Мы с тобой потренируемся сегодня
мыслить логически, работать головой. Хорошо, интересно. Мы впервые предлагаем в нашей программе подобный эксперимент. Ого. Называется квест. Это такая ступенчатая головоломка. На каждой ступени, на каждом этапе которой ты должна найти правильный ответ на заданный вопрос. Ну что, готова? Готова. Давай, вот перед тобой первое задание. Внимательно посмотри на эти предметы. Какой-то из них лишний. Исключи его. Градусник, часы, настенные часы, которые наручные, монетка и измерительная совершенно рулетка. Правильно. Теперь исключай лишнее смелой, не дрогнувшей рукой. Сейчас. Но вначале подумай. Вот это. Почему монетка лишняя? Она в основном вот предназначена для того, чтобы потратить ее, что-то купить. А, допустим, градусник это измеряет температуру. Так. Часы, ну, в принципе, понятное дело, что часы, да, тоже какую-то свою работу выполняют. То же самое они и... Они измеряют время. Время, да. То же самое наручные часы. И рулетка, она также измеряет. Только монета – это средство платежа. Платежа, можно, да. Можно эту монетку заплатить ею и что-то себе приобрести. О! Это правильный ответ. Ой, неужели я где-то что-то правильно отвечу, а? Я почему-то думала, что у меня будут ошибки, ошибки, ошибки. Ну, оказывается, правильный ответ у меня тоже бывает иногда. Вот это была разминка за мной. Эксперимент должен был помочь Эле перевести некую формальную логику в логику поступков. Общение с людьми – это тоже, если угодно, квест. Никогда еще думать не было вредным. Ты видишь перед собой четверых мужчин. Ну да. Посмотри, пожалуйста, внимательно на каждого. С каким из этих молодых людей тебе комфортнее было бы познакомиться, сделать какой-то шаг навстречу? Угу. Наверное, вот молодой человек. Нет. Мне было немножко обидно, когда прозвучал сигнал на неправильный ответ, потому что я начала задумываться о том, что я в своей жизни тоже неправильные решения принимала. И правда, сигналов тогда не было. То есть никто не мог мне подсказать, правильно я поступаю или неправильно я поступаю. Подумай, все-таки почему он сказал нет? Ну, закрытая поза, то что вот. Но вот сейчас ты это увидела, да, закрытую позу. Закрытый... А почему ты сразу я не увидела этот барьер? Вы знаете, я оценивала больше по каким-то внешним, что ли, данным. Ты не увидела его сигнала, и ты пошла на пролом просто потому, что вот некая симпатия у тебя к нему возникла. Смотри еще. К кому категорически нет? Ну, вот четвертый вариант. Он как-то из-под лоби смотрит, и как-то немножко страшно. Страшновато к нему подойти, да? Остальные? Ну, первый вариант более открытый. То, что вот руки в карманах, то есть говорит о том, что мне все пофиг. Ну, первый вариант. Ну, попробуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Даниил. Очень приятно. А? Молодец. Угу. Ты правильно прочитала, что мужчины либо слишком агрессивно на тебя настроены, на твое появление, либо равнодушны. Единственный из присутствующих молодых людей, Даниил, который скромно стоит, немножко смущается. Ну что же в этом плохого? Ты чувствуешь, что включаются мозги, включается сознание, включается логика поведенческая, и ты уже не просто на столе с предметами, а среди живых, реальных людей. Вот закрепи это. Это очень важный опыт. И сейчас для тебя задание посложнее. Смотрите далее. Ты подошла и сказала те слова, после которых человек скажет. Да, все. Вас это меньше всего касается. Развивай мысль, развивай, развивай. Эля, вот этого я от тебя жду. Там какой-то экстрим, я смотрю. Экстрим. Короткая юбка, огромная шпилька, вот точно вот не нравится. Это цвет скумса называется вообще-то. Ранее в программе. Меня всю жизнь, в принципе, не хватало какого-то общения. Не замечали меня, просто не замечали. Я назвать не могу свою дочь. Общительный. Я человек такой прямолинейный, и, как бы сказать, мне не как-то вот отличалось от других. Ты должна каждому своему поступку придавать значение.
Мы впервые предлагаем в нашей программе подобный эксперимент. Ого! Сейчас для тебя задание посложнее. Мы с тобой в кафе. За столиками сидят разные люди. Угу. Кто-то из этих людей готов к общению, и не просто готов к общению, а кому-то ты должна сказать те слова, которые этот человек ждет. Сложно, на самом деле, тут. Первый молодой человек, он что-то по работе, явно тут не до общения. А девушка, то ли она ждет кого-то, то ли кто-то от нее уже ушел. Парень с девушкой тоже. Тут общение, мне кажется, больше такое вот дружеское. И какой вывод ты делаешь? Попробую какой-то вариант. Здравствуйте. О! А теперь стой, не уходи. А вот сейчас ты не уходи никуда. Ждете кого-то? Нет. Или, может быть, от вас кто-то ушел? Расставание? Эля, угу. С каких слов ты начала общение? Ты подошла и сказала те слова, после которых человек скажет: да, все. Вас это не, меньше всего касается. Да? Оставьте меня в покое. Правда? Правда. Все, общение закончилось. Включай мозги. Кого я вижу перед собой? Девушка. Какая девушка? Ну, ухоженная. Развивай мысль, развивай, развивай. Эля, вот этого я от тебя жду. Она одета нарядно? Нарядно. К нарядному человеку, который хочет выглядеть красиво, с каким уместнее всего обращением подойти? Привет, отлично выглядишь. Вот, замечательно выглядишь. Тот вариант, который правильный, но он, в принципе, более логический, чем тот, который я дала ответ. То есть я сразу подошла и сказала девушке что-то вроде, что, вас бросили, да? Сидишь там одиночки. Брошенка типа того, да? Понимаешь, как работает логика? Понимаю, да. Сознание, которое превращается в логику поступков. Угу. Молодец! Сегодняшнее испытание мне понравилось. Я поняла, что нужно сначала оценить ситуацию, подумать, и потом уже делать какой-то вывод. Я думаю, что в дальнейшем в жизни я как-то уже буду избегать эти ошибки и уже буду правильно действовать. Эля, привет. Привет. Один раз я тебя ругала за твои помпоны, за твои джинсы цвета хаки. Ты пришла ко мне, детская мальчуковая рубашка, драные джинсы. Ты зачем так нарядилась, скажи мне? Ну, мне просто так нравится, я так всегда наряжаюсь. Но нам нужно что-то новое попробовать, я думаю, что. Ну, давай начнем. Давай начнем. Будем мерить правильные джинсы. Пудрово-розовые. Я уже хочу скорее тебе все выдать, чтобы тебя не видеть в этом. Давай я даже ничего не буду рассказывать, я молча тебе вот так вот все передам. Два. Ага. Такое прям все девчачье, такое все прям розовенькое. Три. Ой, вообще не знаю, даже радоваться ли твоим словам или нет. Возьми, пожалуйста, серебристые, давай их назовем лоуферы на танкеточке. Ага. И вперед. Приходи уже скорее, хочу на тебя посмотреть другую. Наконец-то, глаз отдохнет. Так я готова на тебя смотреть. Даже готова с тобой разговаривать. Ух ты. Прям это что-то такое, сочетание Пэрис Хилтон и что-то такое вот из рока, мне кажется. Мне нравится ход твоих мыслей. То есть вроде бы такая тема, с одной стороны, агрессивно-спортивная за счет клепок, молний, да, косухи. Да. Но при этом цвета выбраны вообще совершенно с другой гаммы. Приглушенный дымчатый бирюзовый. Очень нежный принт вот на этой полосе нашего топа. И сам цвет и косухи, и брюк тоже дымчатый розовый цвет английской розы, такой благородный. Спортивной можно быть не обязательно... Да.
грубой, можно быть женственной. Ты чувствуешь эту разницу? Чувствую, да? Да. А еще туфли мне нравятся, такие необычные. Я не видела такой модели, если честно. Они такие же металлизированные, как и отделка на твоей куртке. Поэтому видишь, как у нас все продумано до мелочей. Девчонки, только вам рассказываю секреты, как все это комбинируется и почему это вместе отлично смотрится. Угу. Ну что, давай от нежных цветов перейдем с тобой к ярким акцентам. Ого. Красный топ. Мини-юбка. Вот такой вот черный жакет. Чтобы нам не превратиться с тобой во взрослую тетеньку, это будет вот такая сумка, и она уже будет на такой молодежной территории за счет своего декора. И помоги, пожалуйста, мне, возьми черные босоножки. Все, приходи скорей. Кратчево, неуверенно пока, да, еще на каблуках ты ходишь? Не совсем уверена. Мне кажется, я на них долго не простою. Прям какой-то экстрим я смотрю. Экстрим. Короткая юбка, огромная шпилька, и вот точно вот не я. Вообще не ты уж, конечно. Вот это была наша задача, изменить тебя до неузнаваемости. Я вот так вот смотрю, в принципе, мне прям нравится вообще. Красный с черным может быть не скучным, потому что мы его сделали, мы его разбавили. Во-первых, экстремальной длиной, да, как ты называла, экстремальной. Ноги у тебя красивые, показывать их можно. И то, что наша сумочка, наш аксессуар, он такой достаточно молодежный, смелый. Поэтому красное с черным – это не обязательно такая вот скучная-скучная классика. Это может быть женственно и молодежно, как в нашем случае. Ну что, давай перейдем к следующей порции ярких красок. У тебя появляется вот такое платье. Ого. Желтое. Украшение девичье. Что-то такое массивное, такое вот прям вот, ну, не тонкое, как обычно бывает у девочек, а вот прям вот цепи такие вот интересные. Цепи, кандалы. Сейчас кандалы моды на тебя наденем. Наконец, тебя пора уже заковать, чтобы отбить дурные привычки, плохо одеваться. У тебя появится вот такой жакет. Ага. И появляются коричневые босоножки. Возьми, пожалуйста, их. И давай меняться сумками. Это сюда не подойдет. Возвращай ее мне. А бери, пожалуйста, вот ту солнечную. Угу. Наконец-то вижу девочку перед собой, девочку в платье. Ну давай, расскажи мне, как тебе это непривычно. Сочетание то, что платье, оно такое вот, и сверху косуха. Угу. Смотрится хорошо. То есть косуха, потому что без спорта ни дня ты не можешь в этой жизни, да. Правильно? То есть я ведь заметь, как я тебя пощадила и оставила этот элемент. А платье, ну потому что девочку все-таки нужно в себе включать, согласись? Да. Украшение, которое ты назвала массивным, оно здесь не выглядит массивно, оно выглядит здесь, скажем, таким заметным и нарочитым. Мы себе можем здесь это позволить, у нас всего лишь два цвета, это белый, желтый, поэтому здесь это выглядит абсолютно оправданно. Ну что, сейчас у нас не менее важное мероприятие с тобой. Мы отправляемся к Жене. Готова к суровой критике? Готова. Готова? Не Готова. Страшно? Нет. Ну все, вперед тогда. Я уже не боюсь. Пойдем. Привет. Ну, здравствуйте, мои дорогие. Евгений Седой. Ультрамодный парикмахер. Ты видел вот это, Жень? Моя боль, моя песня. Это всеобщая боль. И к тебе, и ко мне пришла в таком виде. А я не понимаю, что это у нас такое на верхних веках? А это блефаропластику сделано. Это у нас такие вот пластыри просто, да? Да. Ну, у тебя действительно стал взгляд более открытым. Всем. Осталось, да, разобраться с волосами как-то. Ну что, я предлагаю нам с уединиться. С волосами разбирайтесь целечкой. Без меня, знаете да. Что. Но с тебя... финальный лук красивый. Конечно, поэтому конечно. Иди его подготавливай, а мы с Элечкой... И он будет не из мальчикового гардероба, предупреждаю вас сразу. Я надеюсь. Готовьтесь. Я очень Пока. На это надеюсь. Присаживайся. Так, Элечка. Ну что, это цвет скунса называется вообще-то. Скунса? Ну такой, да. Черно-белые полоски такие под седину. Но сегодня мы с тобой не будем обсуждать, какой у тебя будет цвет, чтобы ты по-настоящему удивилась и не узнала себя в зеркале, когда мы тебя повернем. У тебя будет красивый цвет волос и замечательная стрижка модная. Готова? Да. Все, начинаем преображение.
Элеонора, мы практически с тобой закончили. Это прекрасно. Привет. Здравствуй, Женечка. Привет, Эль. Привет. Ну что, я сразу вижу, что изменились верхние веки волшебным образом. Да, но вам обязательно нужно будет по дороге к тебе забежать и снять вот эти штучки. Мы, наконец, сделаем красивую форму бровей. Улыбнись, пожалуйста, Эльчик. Ну, посмотри, какие у нее ровные, прекрасные зубки теперь. И улыбка стала еще более обворожительной. Эльчика, пойдем в мою мейкап-студию, заглянем к врачу-косметологу, он снимет швы, и мы сможем приступить к мейкапу. Жень, мы тебя ждем. Конечно. Эльчика, присаживайся, пожалуйста. Вот сюда. Ага. Молодец. В твоем случае, с одной стороны, конечно, потрясающая улыбка, конечно, очень здорово делать акцент на губы, но все же мы сделаем акцент на глаза. Мы немножечко вытянем форму глаза. Угу. Делать мы это будем при помощи темных теней, что помогает создать очень стильный макияж глаз, при этом зрительно приподнять угол глаза и при этом немножечко углубить веко, поскольку оно у тебя пока еще немножечко отекшее. Смотрите далее. Какие вы бредные вообще. Мы знаем, кого, по крайней мере, Эля. Ты можешь включать любую дуру. Можешь не думать вообще. Ты можешь не думать вообще. Элечка, макияж подошел к концу. Здесь сочетание, казалось бы, несочетаемых вещей. Есть графика, глубокий глаз, графичная бровь, при этом абсолютно нежный фреш-макияж. Все это в одном, так сказать, флаконе. Но для того, чтобы образ твой был закончен, совершенно необходима правильная прическа. Она уже наполовину готова, необходима укладка. Я не знаю, как уже намекнуть, чтобы ты зашел. Я принимаю за непосредственно свои обязанности. Я хочу побыстрее увидеть себя в зеркале. А что ты там увидишь в этом зеркале? Вашу работу. Девушки, а если вы хотите увидеть нашу работу вот в этом зеркале? На себе. На себе. Приходите к нам на программу. Только обязательно запишитесь на кастинг по адресу, который сейчас видите на экране. Ну а ты-то чего? Сидит, улыбается. Я хочу, хочу, хочу. Ну, поворачивайте уже. Подожди, подожди. Мы хотим вдоволь насладиться ожиданием, потому что мы тебя видим. Вы вредные вообще. Так еще нас никто не называл. Элечка, ну что, ты готова увидеть себя в зеркале? Готова. Ты этого хочешь? Конечно. Конечно. Ну, иначе зачем бы она к нам приходила на программу? Да уже я хочу это увидеть. Давайте уже. Три. Ну, хорошо. Друзья, ну что, у нас сегодня в гостях мама Эли и ее подруга, правильно? Да. Которые пришли принимать нашу работу, я бы так сказала. Давайте вспомним, какой была Эля до того, как она пришла к нам. Она была стеснительной, это самое главное. И вы как-то пытались с этим бороться? Ну, не знаю. Мы знаем, в кого, по крайней мере, Эля. И мама застеснялась. А вы как что скажете? Ну, я вижу в Эле главную проблему, она пацанка. И поэтому очень бы хотелось, чтобы она раскрылась как женщина. Ну, как я ее вижу, она роковая внутри. Мы из стеснительной пацанки должны сделать роковую женщину. Роковую женщину. Должны были бы сделать роковую женщину. А скажите, пожалуйста, что касается внешности, помимо стиля, который вы назвали пацанкой, я подписываюсь под ним. Слава богу, что у меня есть единомышленник. Какие-то еще изменения внешние хотелось бы вам сейчас увидеть? Я ее вижу в ярких цветах. Она не должна быть серой мышью. Угу. Как вот это вот было раньше. Стеснительность стеснительностью, но Эля мне показалась, вот когда она прорывает защиту стеснительности, она становится ужасно прямолинейной. И может быть, от страха и от стеснения вообще говорит все, что первое, что придет ей в голову. Это да, вы правы. Она всегда такой была, прямолинейной и правду-матку. Рубануть могла. Да. Ага. Но мне кажется, вот этот женственный шарм, он будет
фиксировать и все контролировать. Мы уже немножко забегаем вперед и уже даем какие-то авансы и Эли, и в том числе и нашей работе. Давайте лучше ее пригласим и посмотрим, что у нас получилось. Согласны? Давайте. Ваша, не ваша? Так. Может, модель сначала может, вышла, а потом же Элю признали. Подменили, может? Вообще супер. Посмотрим. Красавица вообще. Узнаете ли вы вашу дочь? Нет, я ее не узнаю, правда. Ирина. Слушай, вообще кардинально изменили вы ее. Все прям тебе идет. Классно. Так. Ты мне такой очень нравишься. Мы такую ждали, когда сказали, не хотим пацанку, не хотим стеснительную. Вот такая вот, да, шикарная. Шикарная. Какое хорошее слово. Эля, ты шикарная, ты веришь? Верю. Что ты почувствовала, когда тебя развернули перед зеркалом, мальчики? А, сначала мне показалось, что этот цвет волос тот самый, который у меня был. Ну, а что сказать? Ну, говори, что говоришь. Я уже сказала, хорошо. Потом я как-то пригляделась и поняла, что какой-то другой оттенок совершенно. Я помню тебя на кастинге, я помню тебя на первой студии, я вижу тебя сейчас, Помню, какая ты была там час назад в мейкап-студии у меня, и это совершенно разные люди, ты очень изменилась. Как ты считаешь, почему? Что и внутри изменилось? Ну, внутри, да. Ты моя хорошая. Ну, соберись, давай. Ее учили, что сначала нужно подумать. Подумай сначала. Вот именно это изменилось, обратите внимание. Вот сейчас, Юра, я просто хочу обратиться, Эля, к тебе. Помнишь, о чем мы с тобой говорили на эксперименте? Что главное ты должна делать, прежде чем совершить какой-то поступок или сказать? Взвесить, думать, и потом уже принимать решение. Ну, теперь забудь все, что я тебе говорил. Потому что так, как ты выглядишь, ты можешь включать любую дуру. Ты можешь делать все, можешь не думать вообще. Ты можешь не думать вообще. Эль, ну самое главное, когда ты не знаешь, что сказать, что нужно сделать? Улыбнуться. Молодец, потому что у тебя обезоруживающая улыбка. Ну что, спускайся к нам тогда. Мы взяли все обещания с тебя. Ну иди к своим самым близким. Я представляю Элю, накопившей солнечную энергию. Эта энергия буквально в глазах у нее сияет. Я думаю, что вот такой активности потянутся люди. Моя категоричность была более мужской чертой. Сейчас я стала более женственной и более привлекательной. Я наконец-таки ощутила себя красивой. И теперь у меня, я думаю, что появится и больше друзей, появится молодой человек, и я найду хорошую работу. Руку в реку, рак за руку, греки цап. Столяров! Юра! Юра, спину жиру. Юра, Юра, как ты лишен. Видно. Ты лишен прав голоса, а меня не видно в камеру. Кто главный на программе? Давай, Степ? Говори. Ты, да? Ну, очень скоро она избавится от этой рубашки, надеюсь, навсегда. Которая села, кстати. Села? Ну, посмотри, она какая она маленькая. Я ее не стирала. Я не стирал. В следующей программе. Не складываются отношения с мужчинами. То есть нет спроса или что? Пока психолог меня не сдал маме, все было хорошо. Перед нами уж такая правильная девушка.
Я тигр. Ты тигр? Наплевать на всех этих мужчин, которым ты разбила сердца. Да. А тебе от самой себя точно не бывает? Тигрица, да, сидит и высматривает крупную дичь. Это я, что ли?